вечную, и Матерь Бога нашего. Вдруг что не то. Они регулируют, но не совсем. Здесь это не совсем. Удаляли что-нибудь, да? Что суп единое не равно простой сумме сложения. И главный жизнь. Какие из перечисленных внутренних секретов? А потом, когда женщина носит ребенка, то плацента... Но они, конечно, против были. Сначала очень так были против, сильно. Ну, то есть там каждый раз скандалы были. Вот. А потом они смирились. Вот. Ну так, они меня никогда не наставят, они мне, в общем-то, никогда не указывают, что мне нужно в жизни делать. Так свободно получилось все. Люди, которые 70 лет не знали, что такое Бог, не ходили в церковь, они сейчас все-таки вот начинают как-то поворачиваться к церкви и видят все-таки в церкви свое то место, в которое можно прийти, и где тебя и увидишь ты любовь, они надеются на это, тебя утешит, тебя, может быть, и накормят, и оденут. И хотим показать в противовес этому миру, порой несправедливому и злому, что существует мир добра, мир любви, мир дружеских взаимоотношений. И все это основывается только на любви к Богу, на вере в Бога. Московского и всей России чудотворца, страстотерпца.